Самые маленькие в мире произведения искусства на бриллиантах представили в Амстердаме. Коллекция состоит из 12 драгоценных камней в 1 карат и одного более крупного бриллианта весом 2,75 карата. На каждом изображено сердце с уникальным рисунком внутри. Вы видите сердце, и если присмотритесь повнимательнее, то увидите в сердце мир. Думаю, так бывает и в жизни. Сердца у всех разные, любовь тоже разная. Поэтому я создал 13 уникальных сердец. Этот проект – творческий союз ювелирной компании и нидерландского художника Пабло Люкера. Специалисты провели исследование и выяснили, что на бриллиант можно нанести рисунок лазером. Многие знают, что алмаз – самый твердый минерал в мире. Нужен специальный лазер, чтобы выгравировать рисунок, и делать это нужно в специальной лаборатории. Художник сначала нарисовал эскизы, потом специалисты определили глубину гравировки. Рисунок нужно было нанести так, чтобы не испортить камень. Автором проекта стал эксперт по бриллиантам и бывший футболист Калвин Йон Капин. Я футболист и всегда ищу что-то уникальное. Кто хочет зайти в раздевалку и увидеть, что у других игроков такие же часы, как у тебя? Вы же не хотите, чтобы все украшения были одинаковыми. Самый крупный бриллиант в коллекции стоит 126 тысяч евро, маленький по 29 тысяч. Два драгоценных камня с рисунком уже купили. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.